Предмет, похожий на артиллерийский снаряд, обнаружили в Биробиджане под асфальтовым покрытием в ходе дорожно-строительных работ в районе улицы Советская. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия. Сам объект обследовали взрывотехники управления Росгвардии по ЯО. Им оказался боеприпас от миномета. Боеприпас был частично под землей. Место, где находился должен был находиться взрыватель, было не видно, было скрыто, поэтому имеется ли опасность взрыва или нет, не представлялось возможным оценить. Учитывая, что мина была деформирована и, судя по всему, находилась в земле уже давно, изымать ее было опасно. Оценив ситуацию и удостоверившись в отсутствии коммуникаций, которые могли бы пострадать в ходе взрыва, специалисты приняли решение уничтожить боеприпас на месте. Припас мог представлять собой опасность, поэтому было принято решение обезвредить его на месте путем подрыва. Сотрудники Росгвардии предприняли все необходимые меры для безопасного уничтожения данного боеприпаса, такие как обваловка мешками с песком и использование минимального количества взрывчатого вещества, при этом убедившись, что ближайшая территория оцеплена и все граждане находятся на безопасном расстоянии. Проведенная после этого экспертиза показала, что боеприпас был пустой и угрозы не представлял. Тем не менее, по данному факту начата проверка. Выясняется, как мина могла туда попасть и как долго там пролежать. Андрей Кирюшин, Андрей Терехин, Богдан Патрин, Новости 21.